воскресный августовский день. Решил я поехать на фестиваль «Август», на отборочный конкурс. Чуть-чуть заранее выехал, еду, и начала складываться у меня песенка, посвященная фестивалю «Август». Думаю, нет такой песни. И начало что-то там складываться, и даже огорчать меня стало то, что сейчас приеду, буду выступать, и моими песенками затрется вот это вот что-то новое, туманное, что складывается. Приезжаю, никого нет, тишина. Думаю, хорошо, немножко раньше приехала. Сел на скамеечку, бумажку положил, и давай эту песенку проявлять, как она у меня складывается. И вот что-то начало складываться. Полчаса работы, песенка готова. Пошел посмотреть, как там. Пришли люди, отборка фестиваля все-таки. Прихожу, никого нет. Что такое? Звоню устроителю фестиваля Лене Бушуевой. Говорю, когда у нас, где у нас будет происходить отборка фестиваля? Она говорит, Женя, да это ж вчера было-то, вчера. Ты, говорит, дружи с календарем. Вот такая песенка родилась, посвященная фестивалю «Август». Брызнет золотом по листве, созревает плодами лето. То, что друг мой сберег в душе, вдруг сложилось в мотивчик этот. Вдоль по струнам прошлась рука, зазвучало аккордом эхо. Ускоряет свой бег река, фестиваль продолжает лето. Открывает Екатеринбург фестиваль по имени «Август». И, быть может, мой верный друг свои песни подарит радость в многоцветье голосов, словно птиц собирает в стаи. Дай по-старому, мой Свердловск, я тебя обниму руками. На площадке народ притих, душу слушаются словами. Как костер разжигать стихи, здесь волшебники выступают, и плывет колокольный звон. Он, конечно, нам подпевает. Фестиваль, я в тебя влюблен, тебя августом величают. Вот мой друг подтянул струну, он сердцам открывает двери. На бесценные 5 минут приглашает нас жить в доверии. Птиц поющих зовет он вдаль, этот август наш фестиваль. Стаи птиц собирает вдаль, этот август наш фестиваль. Этот август наш фестиваль.